Всем привет, дорогие друзья, с вами Люсик, и в этом видео я открыл снова 100 кейсов, и мне наконец выпала бабочка. Так как я открывал их по фану и без голоса, то открытие будет полностью под музончик. Обязательно подпишись, поставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые будут выходить в ближайшее время каждый день. А сейчас я бы хотел пооткрывать на сайте mystandoff.ru немножечко кейсов. Давайте откроем какой-нибудь подороже кейс. Текст. Давайте эпически откроем, 69 рублей он у нас стоит. Давайте сначала медленно откроем, а потом уже быстро. И надеюсь, что этот кейс хотя бы раз у нас окупится, потому что очень хочется что-то отсюда классненькое вывести. Текст, и чего нам падает? Давайте посмотрим. Пожалуйста! Калаш-то-трек, охренеть, ребят! Мы окупились, получается, почти в 5 раз, и это очень классно. Давайте фаст откроем. Ну, это у нас, да, ФАМАС. А вы знали, что здесь есть крутые апгрейды, в которых вы можете проапгрейдить свой скин до какого-то другого с каким-то определенным шансом? Давайте я вот сейчас выберу какой-то скин. Например, вот петух за 80 рублей. У нас глок есть за 55, который мы выбили в прошлый раз и не вывели. И есть петух за 80 рублей. Нажимаем улучшить. И, к сожалению, это улучшение прошло не очень успешно. У нас было 68% шанс на то, чтобы выбить данный петух, но, к сожалению, у нас его выбить не получилось. Давайте я вам покажу, как выводить отсюда предметы. Нам обязательно нужно выставить любой скин на рынок в игре Standoff 2 по цене 325.48 голды. Там для каждого скина отдельная стоимость обязательно нужна. Вот, и написать нужно сюда название того скина, который вы выставили. А также обязательно проверить вашу аватарку, которая здесь стоит, потому что если она будет не совпадать с той, которая стоит у вас в игре, то у нас просто разработчики этого сайта не смогут у вас купить данный скин. Все, в принципе, я думаю, понятно объяснил, как выводить отсюда скины. Все ссылочки есть в описании, а мы переходим к ролику. What just happened? Не ехай меня! Feeling it now, Mr. Krabs? Are you feeling it now, Mr. Krabs? Are you feeling it?
crap, 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 crap. Crusty Crab is unfair. Mr. Crab is in there, standing at the concession, plotting his oppression. Mr. Crab is unfair. Mr. Crab is in there, standing at the concession, plotting his oppression. Crab is unfair. Mr. Crab is in there, standing at the concession.